Вань, ну что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем ставить прекрасную вилку на прекрасную раму. Вилка Lefty на обычную раму с конусным стаканом. А в чем особенность сегодняшней работы? Ну, суть в том, что Lefty обычно ставится под полуторный стакан. Есть переходники, называются Lefty for All. Стоят где-то в районе 160 плюс-минус долларов. Бывают дешевле, бывают дороже. Они бывают в алюминиевом исполнении, бывают карбоновые. Они там, переходники бывают там конусные, прямые, так, чтобы можно было ставить на обычные рамы. Вот. Ну и мы будем делать этот переходник под конусный стакан. И используем, получается, основную деталь. Основная деталь — это шток от какой-то вилки. Вот тут у нас входит все плотно, здесь у нас полуторный диаметр, а здесь у нас, ну, короче, вот как бы это самое получается. Здесь будет кольцо адаптерное. Адаптер делаем немножко шире, на всякий случай. Почти входит и не выходит. Надо еще больше покрасить. Входит и выходит. Так, покращення наступают. А теперь нам надо зробити полегшення. Эти дырочки они еще сделают не настолько жесткую саму обойму. Чтобы она прожигала. Да, она будет более миленько обжимать шток. Полегшення наступили и покращення. Мы облегчили, вот. И улучшили. Да, и сделали пропил. Теперь, если легенько сдавить, оно уже тяжело проворачивается. Главное, чтобы вот подогнать так, чтобы этой щели потом ровно хватило на затягивание. Кстати, вот миленько так смотрится Lefty достаточно. Lefty смотрится миленько всегда и везде. Не, я... Аминь. Так, если мы кинем такое кольцо, его сильно много будет. Если мы его не кинем, у нас могут случиться проблемы. Так. Значит, что мы можем сделать? Да, нам нужно тоненькое проставочное кольцо, меньше 5 миллиметров. Теперь надо так 7 раз отмерить, один похилить. Меньше 5 миллиметров, да? Да. Вот такая вся отражающая штука, я думала, как она была. Так, теперь берем в хомутях и всунуть. Опачки, смотри, слушай, вообще хирургическая работа. Теперь надо наткнуть какой-то вынос. Отлично вообще. Можно еще притулить колесо. Так, все вдоль, посерединке, по центру, везде, как, наверное, как надо. Все, мимини совершенно. Ключевое слово, наверное.